Алексеева Виктория, 16 лет, участница конкурса «Сквозь года звучит победа» в номинации «Стихотворение о войне», педагог Ковальская Валентина Ивановна. Я бы хотела предоставить стихотворение собственного сочинения. Что такое война? Что такое война? Это муки, беда. Очень трудно понять, как в войне выживать. Нас война одолела, силами овладела. Люди долго страдали, в них из пушек стреляли. Голодом их убивали, жаждой спать не давали. Убивали детей и мужей, и парней. Всех жестоко пытали. Тихо они погибали. Но боролись за флаг, не сдаваясь, усердно. Русские стремились сделать так, чтобы только им досталась победа. Да, было много приказов. Гитлер их посылал. Да никакой он пощады даже знать не желал. Что такое война? Это боль и тоска. И дай Бог нам не знать, как в войне выживать.